В Югре некоторые аптеки завышают цены на маски и противовирусные препараты. Об этом рассказали сегодня на совместном заседании общественников и работников антимонопольной службы. Активисты молодежки ОНФ проверили около 40 аптек в 5 муниципалитетах региона. Поводом стали многочисленные жалобы югорчан. Так, например, в Мегионе нашли самое дорогостоящее противовирусное лекарство стоимостью в 1500 рублей. А в некоторых аптеках Ханты-Мансийска медицинских масок нет в продаже. Самые дешевые – 35 рублей за упаковку из 5 штук. По словам активистов, не все аптеки предоставляли информацию о ценах на препараты. Некоторые вовсе пытались вызвать полицию. За нарушение аптекам могут грозить штрафы. В данном случае это говорит о наличии нарушения статьи 11 Федерального закона о защите конкуренции. В данном случае возбуждается дело, антимонопольно рассматривается. По результатам рассмотрения дела применяется КУАП. Здесь статья 14.31, 14.32. Ну, там штрафы серьезные в зависимости от оборота. По итогу не в каждой аптеке были обнаружены маски вообще в наличии. И неизвестно, когда спрашивали фармацевтов, когда они вообще будут и какая у них будет стоимость. Потому что, по их словам, она меняется каждый день. По итогу также были выявлены то, что цены на противовирусные препараты немного повысились.